Самые сексуальные купальники. Сейчас мы посмотрим на самые сексуальные, горячие, откровенные купальники. Имея один из таких, вы точно обречены на пристальное внимание к вам на пляже. Пятое место. Купальники в форме треугольников. Они вошли в моду не так давно, около 5 лет назад, но благодаря своей четкой симметрии закрепились на лидирующих позициях среди самых покупаемых и по сей день. Это один из любимейших вариантов купальников для пляжных модниц. Простые и в то же время очень гармоничные линии сделали треугольные купальники очень популярными. Четвертое место. Купальники с глубоким декольте. Вот уж действительно горячий пляжный наряд. Мужчинам очень тяжело отвести взгляд от глубокого выреза, который привлекает взоры. Сами понимаете к чему, но тут важно иметь немаленькие формы, чтобы со стороны это смотрелось привлекательно. Для тех, кто не может похвастаться наличием таких, лучше откинуть данный вариант. Третье место. Купальники с вырезами. В конце прошлого года пошла мода на такой вид купальников, которая подчеркивает не только сексуальность владелицы данного наряда, но и безупречный вкус, гармонию линий и грациозность. Чтобы надеть его на пляж, нужно быть обладательницей отличной спортивной фигуры. Но здесь есть и минус. Загорать в нем на постоянной основе не получится, так как иметь неровный и даже в какой-то мере сюрреалистический загар вряд ли кто-то захочет. Второе место. Купальники со шнуровкой. Они в принципе визуально похожи на предыдущий вид купальников, но за счет тонкой шнуровки покрывают меньшую площадь тела, давая тем самым более откровенный вид, оголяя женскую фигуру. Вариантов шнуровки и их месторасположения существует множество, так что проблема выбора именно своего уникального стиля вряд ли возникнет. Первое место. Мини и микрокупальники. Но все же бесспорно лидирующее место среди наших горячих и сексуальных купальников занимает мини и микрокупальники. Чтобы отважиться одеть такой купальник на пляж, нужно не просто быть раскрепощенной девушкой. Нужно еще иметь отличную фигуру и круглые, сочные формы для того, чтобы вызвать вау-эффект, а не насмешки со стороны. Так что хотите привлечь себе внимание на пляже, вызвать бурю эмоций и произвести неизгладимое впечатление, вперед на спортплощадки и в тренажерные залы. Иначе любой из вышеперечисленных купальников в нашем топ-5 вряд ли вам подойдет. Счастливо! До встречи в новом выпуске! С вас репост и подписка. Bye-bye! Ha 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 ha.